Дети, выходя с уроков, выбегают по этому спуску, прямо сразу под колеса машины. Вот сейчас вы можете видеть, насколько близко проедет автомобиль, что детям действительно некуда выходить. У Марии Савиной двое детей. Оба ходят в 37-ю школу. Каждый раз, провожая их, волнуется, как дойдут. Территория вокруг школы стала небезопасной. После открытия здания суда рядом с образовательным учреждением образовалась проезжая часть. Выходя из школы, ученики сразу попадают на дорогу. Сотрудники учреждения, как могли, проезд перекрыли. Но водители эти преграды не останавливают. Чтобы найти решение для проблемы, Мария пришла на прием к главе города. Мы очень просим, чтобы нам ограничили проезд. Совсем ставить там, градить какие-то заборы, там, естественно, там нет такой территории. А вот ограничить проезд, чтобы там его не было совсем. Ну, шлагбаум поставить, потому что там все-таки безопасность, там должен быть пожарный проезд. Чтобы избежать несчастных случаев и решить проблему, городские власти предложили разработать схему движения и установить несколько шлагбаумов. Также до конца весны на территории демонтируют светофоры, поставят ограждения. Установить дорожные знаки просят и жители по улице Волгина, от Промышленности до Партизанской. Здесь проложили дорогу, но про ограничительные метки забыли. Нет и пешеходной зоны. Дорога стала дублером «Авроры». Соответственно, все машины, которые пытаются объехать пробку на «Авроре» в вечернее время, едут через нас. Поток очень большой, машины нас не пропускают, нам приходится останавливаться, пропускать этот поток, чтобы дойти до своего дома. В ноябре прошлого года уже разработали схему для установки знаков и устройства искусственных неровностей. Сейчас контракт в торгах. Работы планируют выполнить летом. Недовольны жители и тем, как вывозят снег. Глава города Елена Лапушкина поручила профильным департаментам решить этот вопрос в сжатые сроки. В ближайшие пару дней будет объезд железнодорожного района Самары. Этот адрес также будет внесен в график. Моя задача — посмотреть улицу, как ее почистили, чтобы мне коллеги объяснили, где будут лежать полицейские, и посмотреть технически, есть ли возможность отсыпки тротуаров. С ноября 2019 года в краны жителей дома номер 5 по переулку Водителей поступает некачественная вода. Она желтая и содержит песок, говорит Екатерина Смерчанская. Женщина вместе с другими инициативными жителями уже не раз писала обращение в коммунальные службы. Вопрос этот как бы не решился, и промывку делали из КС. Неделю они промывали ветку. Песка стало еще больше почему-то. Есть вероятность, что загрязнение произошло после нескольких повреждений водовода на Марисе Тереза. Сейчас проводится анализ воды и составляется график устранения проблемы. Мария Лчан, Николай Епифанов, Максим Гусев. События.